Вы посмотрите, как они ведут по поводу меня себя. Я мальчик с рашки, тинейджер, да. Приезжаю сюда. Потом, спустя, блядь, 7 лет после того, как я в Штатах. И спустя полгода, как делаю YouTube-канал, вдруг разорался про нигеров. Знаю, что я жил 7 лет в Нью-Йорке, да. Взрослые негритовские негритяне, эти нигеры. В других штатах, живущих, где я путешествую, меня начинают преследовать и задрачивать за это. Вы должны были сказать, эти нигеры, блядь, сказать, вся коммуна негроидная здесь, негритовская в США, все в мою страну, в Рашку, здесь мы просим прощения. Там какие-то нигеры, наверное, взрослые, его заебывали в Нью-Йорке, до тинейджера доебывались, какие-то наркоманы и так далее. Он такой мальчик развитый, а там какой-нибудь быдло. Мы просим прощения, извините нас, не высылать. Не, они задрали!